Здесь рядышком ставите, чтобы открывать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Михея 7.1. Пророк говорит о каком-то горе. Горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании лет нет плодов, как по уборке винограда ни одной ягоды для еды не спелого плода, которого желает душа моя. Речь идет о горе. Такое короткое слово, и какое оно страшное. Как правило, это потеря. Я занялся этой темой и ужаснулся. Мы только что получили сообщение по интернету дня 2-3 назад. Священник, отец Владимир, с матушкой Татьяной поехали в паломническую поездку, с ними 5 ребятишек. И все это, снимки выставлены. И когда они возвращались домой, это Новошахтинск, я так понял, что это Ростовская область, лопнуло колесо. Ее выбросило в окно, и она прямо упала под Татру. Ясное дело, что там ничего не осталось. Мгновенная смерть. Татра – это огромная машина, 12 метров длиной только кузов. Дети остались живые, священник живой. Ну, ясно дело, какое горе постигло. Я через других людей попытался послать им утешение, нас много, которые знают об этом, и пригласить на лето, чтобы он приехал с ребятишками, и отдохнули здесь, и как-то забудется. Но здесь говорится о другом, о вселенском горе. Я стал глубже еще проникать и увидел, в это горе попадают намного больше людей. То есть самое большое горе, больше, чем война. Но мы сначала посмотрим, что Дух Святой через святых пророков нам говорит. Вот горе – это значит оголение от чего-то. Как сад обобран, ничего нет. С чем мы предстанем пред Господом? Самое это большое горе будет на суде Божьем. Называется «Страшный суд». С большой буквы. «Неподкупный судья». Никаких ходатаев не будет, заступничества ни от кого. Говорят, вот у матери спасение, а ребенок не спасся. Как она может радоваться вечности? Написано, что будет чувствование во Христе. В ней будут положены чувства, какие у Христа. Она будет также смотреть с гневом. Я вам говорила, а вы не хотели. Обольстились временной жизнью. Голое дерево не приносит наковницы, и на завтра она засохла до корня. Это мы можем каждый день на себе испытывать. Нет ничего. Я всегда вспоминаю Иоанна Милостивого. Конечно, монастырь. Но монастырь монастырю разный. Бездельничать ничего не делал. Здесь монахи работали. И каждый день в среднем кормили 3000 человек. Трое гостей приедут. И то накормить уже суета какая-то. Вроде надо что-то больше. 3000! И они раз... У него пришло не больше 300 человек. Он вышел из монастыря, сидит и плачет. Он настоятель монастыря. Господь совсем оставил меня. Где дети Божии? Почему они не пришли ко мне сегодня? Вот так люди на такую высоту поднимаются. С чем я туда приду? Из каждого стиха мы должны услышать голос. Говорит, это написано для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Для нас, достигших последних веков, это были прообразы для нас. 1 Коринфянам 10 глава 6, 11 стих. Рядом, Наум 3.1. Здесь же. Господи, молитва Аввакума, пророка для пения. Наум. 5.3.1. Наум рядом. Горе городу кровей, весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Это по сегодняшнему. Самая богатая недрами страна. И по состоянию медицинскому обслуживанию на 72-м месте стоит в мировой цепи государств. И на каждый день меня это скидывает. Вы разве не видите, что делают священники, на каких лимузинах... Там настоятельница монастыря купила машину за 6 миллионов. Я не понимаю в этом деле. Но ведь если видя вокруг такое бедствие, нужна ли она яхта патриарху? Я говорю, не завидуйте. Он за это отвечать будет, не мы. Народ бедствует.
Больше миллиона, а Нургалиев, министр внутренних дел, говорил, до 3 миллионов, так передают, беспризорных. Какие яхты? Сядь на поезд, да поезжай. Свой самолет от Москвы до Санкт-Петербурга. Не знаю. Это говорит город кровей, отнимающий хлеб у бедного кровопийца. Так говорит Святая Библия. Какая? Так эта кровь-то образуется от того, что мы едим. А у него отняли, у него ничего и нет, крови-то и нету. Люди умирают. Минимальная пенсия. Это все заложено, уже было и показано. Горе, и горе этого не видят. Огромные города, мегаполисы. Мы сейчас до конца дойдем рассмотрения этого и увидим. Это слово накрыло уже некоторые мегаполисы и столицу Российской Федерации. Как темное облако. Скажет, не она. Найдем и все увидим. И толкование святых отцов. Аввакум 2:6-9. Вторая глава, 6 и 9 стих. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами. 9 стих. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Люди бы делаются богатыми как? Поженились, у них корова. Отелилось две на следующий год, третий год будет. И три. И так постепенно передает детям, детям, внукам. Но чтобы в одну ночь сделать не миллионером, а миллиардером. И миллиарды это в долларах. Это триллионы на наши рубли. И в один день разделили страну, 72 года трудились даром, разделили. И вся страна уехала в Израиль и в Америку. Там делили, не здесь. Вот эти ваучеры и прочее. Это же все написано. Горе, горе, а это где? Там будет отчет. Иоанн Златоуст говорит, Бог справедливый, все отвечают «да». А на земле справедливость нет. Каждый год появляются новые миллиардеры у нас в стране. Вот в этой обстановке. Повышен пенсионный возраст. Ясно, что никто не доживет. Насмехается, говорит. Пенсия будет 1,5 миллиона. Но только пойдут на пенсию в 105 лет. Вот и весь ответ. Горе, это горе вокруг нас. Я в нем участия не принимаю, я не брал, у меня ничего нету. Но однако, мы должны, видя этих людей, сказать им и получить от них какой-то ответ. Наум. Прочитали мы Сафония 3:1. Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю. Сколько городов таких? Сколько таких правителей? И они были и уходят, и как будто никогда их не было. Мы можем только пожалеть. Если нам знакомый, близкий, он помогал, мы об одном можем говорить. Можем молиться, если он был верующий. Но и, как правило, эти люди уходят неверующие. Я обращался раньше во многие места, ходил, где-то мешок муки дадут, где-то там сахару, где-то банку масла. И вот нашелся спонсор один. Каждый год помогает. Я уже не знаю, ну, может, уже лет 20. И что бы я ни написал, ну, пишу. Мне нужна мука по 50 килограмм, 12 мешков, первый сорт. Я только напишу. Передал. Да притом даже теперь и не передаю, а прям по интернету. Масло нужно мне, 96 литров растительного масла. Я написал, сахар нужен. Сахару столько-то звонят, сахару нету. Но директор сказал достать. Притом не нашего круга человек. Привозят 4 большие фляги по 38 литров, полные меда и под пломбами. 4 фляги. Я говорю, а ты ошиблись? Нет, она сказала. Они еще мало того приехали, Потеряевку поснимали. Отводит меня в сторону, достает конверт, директор вам деньги передала. Я так и руки опустил. Вы что делаете? Я молюсь, конечно, о ней. Молится там так, то просто пищевод, мука-то отличная. Там мои рожки, ну просто не выскажешь, что делает. Что это делает? Бог. И мы видим на фоне этого грабежа, какие бриллианты сияют. Елена. Мы всегда о ней просим Господа. Она достает, приехавший там секретарь, деньги это вам. Я говорю, это я должен. И она сказала, обязательно отдать. Захария 11:17. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. У меня отец пастухом был 40 лет.
пасовейщик, большей частью коров, членские называют, членские это частные на подборе у него. И он никогда ни одной овечки не оставлял. Придет и скажет, овечка объягнилась, она скрывается в это время. Нету. Мы с фонарями по полям ходили, искали, собаки нападут. Ягненка, он был пастырь настоящий. Утром выгоняет, каждую овечку поднимет, посмотрит, объягнилась. Мы из бутыльков кормили. Хозяин отдал две овечки, а бывает они по два, даже по три ягненка приносят. Он разбирает, у него шесть. Это не мои, твои, они быстро растут, к осени как большие есть. И мы узнаем, что такое пастырь. И чтобы оставил, хоть речь идет не об этом пастыре, а о священстве, оставленное. Примером не являются. Это ни один, ни два. Это архиереи, это священники, первосвященники. В Ветхом Завете, да. Но при желании научиться, мы должны сказать и сегодня такие. Вот наше состояние. Мы зарегистрировали наши общины две. Русская православная церковь за рубежом. Только они начинают тут признание акта о каноническом общении. Батюшка был там где-то в Лос-Анджеле, в Сакраменто. Все как... Ни о каком объединении одного слова не было. Я говорю, нет, они на этом не остановятся. Им нужно затянуть к себе. Так все и пошло. А мы и тогда признавали их благодатными. И вдруг говорят, нас в списках там нет. Мы не оставляли. Мы поминаем Илариона по-прежнему. Такого в мировой практике не было в Церкви Христовой. Ни в чем не провинившиеся овцы вдруг брошены. Хотя бы сказали, ну тут рядом, установите хорошие отношения с патриархийными. Да лучше не бывает, как нам этот митрополит приезжает. Вот приезжал на днях, здесь был у нас игумен Кирилл Сахаров. Он прямо от креста Спасителя храма, 200 метров примерно. И пошел где-то на выставку, и там архиереи. А они учились на один курс друг от друга. Сразу узнали друг друга, заговорили и начали обо мне говорить. Как вас называется Игнатий Павлович? Что я, говорит, увидел, какой он искрометный ум, как он говорит, как со всеми властями установил. Все вот это вот. Это Бог дает вдохновение иногда от того, что было впереди. Тогда ни одного собрания епархиального не было. Мне сказали священники, что прежний епископ по вам не прошелся в отрицательном плане. Это Бог делает, и мы это находим здесь. При духовном богатстве души человек разливает этот свет. Но и у него столько врагов. Вот теперь перейдем и в Новом Завете. Скажем, ну это в Ветхом Завете, там землетрясения были, враги нападали. Но для нас, для христиан, живущих в Барнауле, маленькая такая община. Прочитаем. Матфея 11:21. О каком горе здесь нам Господь говорит? Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. Какие чудеса Бог являл во время войны? Блокада Ленинграда чем закончилась? Курская битва под Сталинградом была. Столько чудес Бог явил никак этому Хоразину. И вера какая там? Нет. Где молодежь? Вот умер недавно отец Дмитрий Смирнов. Я, говорит, крестил, 20 лет обернулся. Ну где женщины, где девушки? Где ребята-то? Наркомания, а это уже... Говори даже страшно где. Я крестил, сейчас остановился, никого нету. А каждый день крестят, это не по-нашему раз в году, а каждый день. Ну, ладно, говорит, хоть деньги взяли с них. Кто-то выставил ролик и назвали «Самый наглый поп». Ну это уж перед Богом будет видно как. И дальше. Матфея 18:7. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Я разговариваю в этой чатрулетке с мусульманами. Ни два, ни три. Только в прошлом году передо мной прошло 2600 мусульман. Скажем, по отдельности я беседовал. И, ну, они-то все живут почти здесь, в стране российской. Сразу о патриархе. Ну, неужели они сами-то не знают? Какой же соблазн-то дают? Вот при той буквально нищете люди-то, ну ладно, как-то еще перебиваются, а где-то совсем нет, и с юга-то едут. Не зря сюда-то, пустующие села. Это не одно село. В одном Алтае 460 сгинуло, а всего 51 тысяча сел уничтожено. Полностью исчезли. А этот депутат законодательного собрания говорил об этом, это потеря земли. Оно пустой не будет. Приедут люди другие, из других государств. А горе говорит... И 23 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домой в дух и лицемерно долго молитесь.
зато примете тем больше осуждения. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Стояли люди вокруг Христа, что они думали о нем? Вдруг всем абсолютно со словом горе. Вот когда считаешь, вот про что, как одевались, то другое, да это про нас все написано. Ну, у сектантов у них нет, он там в галстуке выйдет. Ну, здесь-то, вот у нас был игумен, он говорит, уже дал там отчет в Москве, и мне прислали. У нас была служба, тут я проповедь говорил, сейчас 10 минут, без батюшки. Он говорит, это 1/3 нашей службы. Вот именно 1/3. То есть 3,5 часа, это минимум, обычно там 4-6 часов. И лицемерами Господь назвал их, и горе им обещал, и горе не здесь только. И что они трудятся иногда, обходят море и сушу. И кем они его делают? Зачем ты поступил сюда, я разговаривал? Гроши платят. С Украины батюшка с одним разговаривал. Зачем ты приехал, когда Евангелие в руки не брал? Он ошелся так, я не мог сказать, что такое Евангелие, уже рукоположенный. А зачем ты приехал сюда? Гроши заробите. Вот он здесь и приехал. Это про нас же все написано-то. Имея тема-то это такая, уже боязно говорить даже, думаешь, подыскиваются под нас. Но оно все так. 23 и еще 23 стих. Не прочитал. Это же 23 главы Матфея. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятой аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. 20-29 подряд. Вожди слепые, отцеживающие комара, верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешние чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри полны исполнены лицемерие и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их пролития крови пророков. Сколько раз произнесено, только в одной... Так это евангелист записал. Если бы вот сюда пришел сегодня Господь и по храмам пошел, да и к нам бы зашел, то что бы он сказал? Признал ли нас за своих? Или спросил бы, а чем занимаются эти люди здесь? Вот мы когда считаем, что важно, Павел продлил слово, как обращались язычники, где проповедовал, там еще Евтихий упал из огна. А сегодня как, батюшки нету, никого нет. В прошлый раз я говорил, 6 человек. Издалека один, 3 часа вот приходит тут ревностно один, пешком. Никогда нету, тут пришел. Это никогда не приводила дочь, что привела. А я утром еще сказал брату, говорю, сегодня будет, наверное, 6 человек. Мне до того интересно. Я просто так сказал. И получилось с этими редкими гостями 6 человек. Но я сегодня посчитал 7 человек. Прибыль пошла. Лука 6:24-25. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их. Еще пропустим несколько стихов, я назову только 14:42-52, Иуду откройте, 1:11. Это одна глава. Теперь перейдем к апостолам. Что они видели в этом? Миновали ли этого горе? Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам. И в упорстве погибают, как Корей. Вот как. То есть собрал самых отрицательных героев и сказал, они поступают так.
Это прямо наезжает на каждого человека. 1 Коринфянам 9:16. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Понимаете, сегодня вот начинает говорить, даже вот здесь в каком-то храме был, как же отец Кирилл, и он написал, служба закончилась, проповеди нет. Может быть, раньше не говорил бы, а теперь я все время говорю, все описал, как были, беседовали, говорили, проповеди нет. Проповедь Слова Божие, вера слышания, а не отстояние здесь. Здесь это связь с Богом благодарения. Это уже обращенные, оглашенные выйдите, их выводят, что их молитва даже не соединяется с центральной частью литургии. И горе, и горе, и горе. И горе, как будто бы одушевленный предмет. Пришло одно горе, пришло, дальше ушло. Но идти, прийти, это речь идет о чем-то таком, что ясно можно увидеть. Откровение 8:13. Коснулись последней книги. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом. Горе, горе. Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Вот если бы мы действительно имели воображение, чувствовали это, если ангел летящий говорит горе о последнем времени, вот эти вирусы, согласно того, что я нашел за 5 марта Кона и Собрянина, этих еще вирусов в штаммах около 28 должно быть. Может быть так, еще не раскрытые сосуды. Об этом уже в открытые говорят. Притом не скрывают. Первое время говорили, а сейчас о вреде масок, что нельзя надевать. Просто целая плеяда, и врачи со всего мира собираются. Представители их конгрессов. И выступают, и понимают, задача одна – истребление народа. На земле 7 миллиардов 780 миллионов. 7 миллиардов утилизовать. Понимаете? И не скрывают уже об этом. Протравлены, говорят, там, я ничего не видел, не знаю. И тем более сегодня уже доказано. Сейчас только, сегодня выставили материал. Суд Российской Федерации рассмотрел это требование Роспотребнадзора и штрафы, которые все признал недействительными. Если суд признал, а суд это и президент еще не может сделать. Понятно, у нас даже есть такие, среди недели, когда сестра приходила и в маске дышит, а у нее эта тряпка там туда-сюда, а то она мокрая. Дальше. Воздух не попадает, нет кислорода. Он делается человек более уязвимым для всего, что есть. Разные. Притом от вируса никак не спасают. Мы считали в прошлый раз. Это надевать надо и показывать заболевшим, и при перевозе, транспортировке. Все, требования на другое не распространяются. А это очень выгодно. Накупили миллионы, их надо продать, а продать в 5 раз дороже, ну и прочее. Откровение. 9:12. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Идут, как будто бы люди какие. Дальше. 11:14. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. 12:12. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Болезни, которые рассылаются, вот я говорю, Кона и Саврянина, он имел власть над бесами, запечатал их в сосуды, 30 сосудов. И однажды строители тогда толкнулись на это и открыли. И какие язвы, какие вирусы, какие болезни, как бесы кричали. Но его молитвами сумели опять как-то это утишить. И сегодня дьявол стоит перед Богом. Господь хвалится, буквально смыля, видел раба моего его. И когда все отнял, ну представь, вот, внезапно погибает жена. Священник это внезапно пришел в чувство, сейчас за него только боятся, как он перенесет. А если у тебя был сын, да любимый, или дочь погибла где-то, ну мало ли, купалась, утонула, сколько горя. Я близко был знаком с человеком, вернулся, а где Женя? А Жени нету где-то. Ребятишки пришли, что-то прячутся. Пришли, что? Ну мы купались, а Женя нырнул и не вынырнул, на оби. Ну и по сегодняшний день. Он сел как на берегу и сидел несколько дней. Сидел и смотрел, как будто он где-то выплывет. Это горе одного. У Иова 10 детей. И написано, дьявол говорит, ты его самого порази. Будет ли славить? Господь говорит, делай. Души не отнимай. И дьявол поразил. Болезнь от дьявола.
И поразил дьявол от подошвы ноги до темени головы, от элепрозория они так вмещают этих людей. Нельзя с другими сообщаться. И жена говорит, похули Бога. Он сказал, ты как одна из безумных. Неужели за добро будем стоять или нет? Из горя выход один благодарением. Нам не избыть этого. Не бойтесь, не ужасайтесь. Всему надлежит быть. Прямо надлежит быть. То есть программа составлена у Бога. Он ее нам открыл. И теперь дошли 18.10. Стоя издали от страха мучения ее и говоря... Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. Это в Москве. Однажды начали спорить по интернету. Ну, я говорю, как мы узнаем? Эту загадку загадал. Я загадал зверя. Какого? Спрашивают. Млекопитающее, там, травоядное какое, хищное. И, наконец, дошли до того, что рядом. Кто? А есть эти в домашних условиях? Нигде. А в цирке выступает? Нигде ни разу. Это такой зверь. А где живет? Большей частью в горах. А какого цвета? Черная, черная пантера. Старички одни держали, а потом что-то два дня от них нету. Скрыли, когда она обоих и съела. Это зверь такой. Здесь точно так же должно быть все сойтись. Третий Вавилон, первый Рим, второй Константинополь, третий Рим. Только это, ну третий-то. Константинополь пал только, Москва сразу заявила, мы Третий Рим, и общество в Москве Третий Рим. Но это не все, что Третий Рим, Москва, это Епифаний Славянецкий говорит, четвертому не быть. А там дальше говорится, обогатило все страны. Ну что, понятно, миллиарды какие прощали странам, опубликовали список, это ужас один, миллиарды долларов, когда это раздрай-то получился. Дальше. Что в этом городе? Сидит на многих водах. Воды – это народы, многонациональные государства. Третий – найдена в ней кровь. Я все вспоминаю, как там архимандриты водили президента нашей страны, там где-то где расстреливали священников, и он считал, смотрел огромные списки, только повторял, что это? Как же так? Да что за безумие? Он сам же из этих органов. А по-другому никак. То есть кровью залито было все. Это эта страна. И все вокруг подтянули. Сегодня только одновременно, я считал, где-то до 1500 ракет могут упасть. Их нельзя не отбить, ничего. И туда люди лезут. Об этом говорит один предприниматель сегодня. Идите отсюда, пробка будет 130 километров. Что вы сюда лезете? Деньги хорошо платят. И теперь самое сложное горе одно. Когда люди все хвалят, когда человек в этом горе. И сам человек не нарадуется, что он в горе. Это единственное горе. Лука 6.26. Я к этому все горе. Там понятно, жалеют, потерял, сочувствуют. Здесь наоборот, все наоборот. И мы в этом горе, может, находимся. 6.26. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали лжепророками отцы их. Ну хорошо, говорят, разве это плохо? На работе хорошо, в семье хорошо, с соседями хорошо. Ну... Дальше никак нельзя. Уже везде его выбирают депутатом. Как хорошо. И горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо. Но что, искусственно вызывать? Не надо. Если ты в другой мире, мир будет гнать вас. И враги будут домашние его. Господь прямо сказал, гнали меня, будут гнать и вас. А за что? За то, что вы последовали за ним. Проверим себя, гонят нас или нет. За Слово Божие. Молчим ли или нет? Вы хоть раз выступили где-то за правду, потому что Бог повелевает, ты проходил мимо, почему не вступился? Шанс за тебя был. Нет, я тогда потеряю этих, уже начинает. Ты только Богу доверяйся. О последствиях того, что ты скажешь, Бог берет на себя. А что ты не скажешь, вот оно ответ. Горе, если все люди... Ну как, плохо разве, что у меня хорошие такие связи с мирскими людьми. У меня хорошие связи с прокурором края, с мэром города, с губернатором. А все дело в том, что свидетельствуем мы им или нет. В один из моментов, когда мы им говорим, что они должны делать, они делают, они поворачивают лук против нас. Я думал, он так, а он меня, знаешь, он зашел мне, на меня говорит один директор-то. Ты только зря, я говорю, штаны тут протираешь, тебе надо помогать это. Как наехал на меня, это на меня он говорит. Я должен тебе сказать... Вы здесь сидите временное, видимое временное, невидимое вечное. Итак, чтобы избыть нам горе,
Нужно быть истинными свидетелями Христовыми. На работе, друзья, ты видишь, не так делают, и где-то неправда. Восстань. Подтверди то, что ты говоришь в Священном Писании. И ссылку сделай. Это не я говорю. Это говорит Господь. Вот вышел человек и стал говорить, пророчествовать. И с этим вынес себе приговор. Убрать его. Он нам мешает. И таких людей, сколько было, они говорили правду. Самый смелый, самый сильный пророк был пророк Илия. И кого он испугался? Женщина, Иезавель. Через всю страну бежал. И чем закончилось? Ахав, который слушал жену, и кровь его лизали псы, и блудницы обмывали колесницу. Пророк предсказал это. Итак, если мы желаем быть не в горе, на суде Божьем, на страшном судилище, нужно сегодня проверить, посидеть и записать день за днем. Тут я промолчал, тут сказал. Вы знаете, сколько будет нападений? Я могу поделиться опытом, если кто не знает. У меня столько врагов, это даже сказать нельзя. Только за одну ночь мне 72 звонка угрозы поступило. За одну ночь пакости. Священники против. Снимали здесь фильм, и они, трое священников, все умерли, нету их. Я не буду уж называть их. Это сохранилось. Все против. А почему? А вот я говорю, такой вред наношу церкви. Какой? Он наше крещение не признает. Его нет крещения. Для крещения нужно три условия. Уверовать во Христа как в своего спасителя. Как баптисты говорят, в личного спасителя. Зато об этом же говорит. Не баптисты это придумали-то. Надо, чтобы признал себя погибшим грешником. Второе. Троекратное полное погружение руками священника, чтобы бесплатно. Все три условия нарушены. Крещения нет. Я об этом и говорил, когда здесь вел три радиопрограммы. Священники бунтовали, люди звонят, и они не привыкли к этому. Мне знакомые, которые помогают, и говорят, там про контакты, другое, специальные ролики ставят от моего имени, моя фотография, будто бы я отвечаю, это не я, я даже не знаю про это. Ну и запрос сделала редактор, кому пожаловались там, чтобы я сфотографировался, паспорт был, и сразу там закрыли, сколько они сразу уничтожили эти. С разных стран при том. И что сделать? Ничего, благодари Бога. Если Господь допускает это, только в черный список. За последние где-то 2,5 года я занес 16 тысяч человек. 16 тысяч. Это полнокровная, полная дивизия даже в военное время. Я не хочу этого. Мне хочется просто работать и трудиться. Ну вот так получается. И поэтому эта тема мне хорошо знакома, она проехалась по мне. Я к каждому обращаюсь. Мы можем внезапно, как эта матушка Татьяна погибла, о ней помолиться, чтобы с нами этого не было. Слезы наши еще будут большие. И написано, плач и сон будет там. Богу нашему слава за Святую Библию, за пророков, за Дух Святой, который сохранил и написал это. Спаси, Христос, брат.